Компания «Савушкин продукт» – лучшее молокоперерабатывающее предприятие Беларуси, давно прошла тест на внутреннюю и внешнюю конкурентоспособность. Ее продукция поставляется в 75 регионов России, страны СНГ, а также Ближнего и Дальнего Востока. Сертификация по новейшему международному стандарту FSSC20-2000 открывает возможности для освоения западных бизнес-территорий, в частности, наладить полноценное сотрудничество с государствами Евросоюза. Свой шанс «Савушкин продукт» не упустил. В течение полугода на производственных площадках в Бресте и Пинске работали представители международного сертификационного органа Lloyd Register, одного из самых авторитетных в мире, аудиторский опыт которого насчитывает более 250 лет. Специалисты из Латвии, Словакии, Чехии с пристрастием проверяли документацию, затем техпроцессы. Была сделана огромная работа. Проверялись полностью все документы компании, технологические процессы, прослеживаемость, безопасность продукции. Наши аудиторы в своих отчетах сделали следующие выводы. Технологическая база компании соответствует не только местному уровню, но превышает по уровню даже некоторые предприятия в Европе. На сегодняшний день, во-первых, по техперевооружению «Савушкин продукт» соответствует всем мировым образцам, потому что все оборудование, которое есть сегодня новейшее в Европе, оно есть и у нас сегодня уже. И мы уже знали и уверены были в том, что были какие-то технические, технологические недоработки. Доработали инструкции, поменяли, доработали рецептуры, и получилось то, что получилось. Мы имеем сертификат. Мы доказали, что мы можем сегодня работать на европейском рынке. Открытому акционерному обществу «Савушкин продукт» первому в стране вручен сертификат стандарта FSSC20-2000 на всю линейку производимой молочной продукции. Прежде всего, это означает доверие к белорусскому предприятию и белорусским продуктам на мировом уровне. Подтвержденное качество и безопасность, а также открывшиеся перспективы означают, что движение белорусской молочной продукции в сторону Евросоюза – дело времени, которое компания не собирается упускать. У нас есть договоренность, и мы будем начинать работу с Евросоюзом, в первую очередь с нашими прибалтийскими республиками. Есть договоренность уже и с немцами, потому что там тоже очень много. Есть даже русскоязычных магазинов, больше 1000, где продаются продукты с бывшего Советского Союза, я думаю, что мы тоже попытаемся в ближайшее время туда попасть. Достигнутые и поставленные цели – часть уже проделанной и предстоящей работы, в которой важной составляющей теперь будет ежегодный международный аудит. Но самое главное – полученный стандарт, по словам генерального директора Александра Савчица, не двойной. Шаг к пресловутому европейскому качеству, сделанный компанией «Савушкин продукт» – это не только забота об имидже страны на внешнем рынке, но и о пищевой безопасности внутреннего рынка.